Так, ну и продолжаем вот часть номер 4. Вот такие сизамуры и моздовские. Как бы редкость. Очень редко попадают, тем более в таком количестве. И почем такие? Санёчек, по 1000 рублей отдам. 1000 рублей голова. Моздоцкие голуби. Такие глаза, они красные, я не знаю, как камера передаст. Сизамурые. А вы откуда? С минеральных вод. С минеральных вод птица. Даже в моздоке такие и особо не найти. Поднимай что-нибудь голубей. Так, вот это ставим. Видишь? Да. Я смотрю. Что делать? Не-не-не-не. Я не могу, спасибо. Такие. А что-нибудь гоненое гоняете что-нибудь? Их не гоняем, бакинцев гоняют. Этих нет. Ну а как бы вообще не выпускали вот по поводу они вольеры, вот они вольерные, боя. Вольеры бьют. Ну это уже плюс. В принципе, по крови. А телефончик оставишь свой? Вопросов нет. Ну, продиктуй тогда на видео. 8-928-22-57-222. Евгений. Вот, ребята, вот такие сизамуры. Человек сразу сказал, птицу эту не гоняет, но вольере она бьет. Значит, бой присутствует. Вот такие там моздовские голуби. Не перебитые вроде бы. Ни с чем. Хорошие голуби. Ладно, спасибо. Так, дальше. Дальше у нас вот такие вот белястые. Это уже армавирские, да? Армавирские. Вот кто-то спрашивал, молочных и у вас... Это вот белястые, да? Это молочные. Ну, молочный вот этот вот, вроде бы. Они бывают темнее, чем молочные. Пояса у белястых черные. У белястых потемней, у молочных посветлей, да, пояса? И почем такие у вас? Такие по 3. По 3000. А вы откуда? Свинвод. Тоже свинвод. А можете телефончик твой оставить? Там вот именно... Вы мне просто продиктуйте на камеру. Да, я так не помню. А, не помните? Такие. Молочный. Армавирский молочный. Тут вот красненький сидит. Клетка просто закрыта клеенкой. Так не увидишь. 8-961. Так, 8-961. 452. 18-72. Саша, вот там кто-то, ребята, спрашивал вот по поводу армавирских. Вот они есть белястые, есть молочные. Сколько вы сказали? От 2000? Да. От 2000 цена. Ну, спасибо. Так, дальше у нас вот такие вот. Здесь так лошата. Так вот. И, по-моему, это ленинаканские, да, белые? Или Краснодар? Не, ну они не ленинаканцы. Ну, и не краснодарцы. Пара, да? По бакинской птице. По бакинской? Голуба лови. Голуба за лупкой брал, перебивал. И все с боя выйдут. Это шейка по бакинской птице. Это так лагол. Белые все, две голубки, два голуба, две пары. Почем такие? Полторы пары. Полторы тысячи пара. Так.
здесь у нас берилясты. Вот такие. Это тоже ваши? Бакинцы. Я вижу. Так. Опять мне звонят, забыл телефон отключить. Вот такие узбеки. А такие почем ваши узбеки? 2000 голова. 2000 голова. Все тоже. Вот он. Эти по 500 рублей. У него породы со Средней Азии. Здесь тоже. То вся ваша птица, да? Белые. Такие. Капканы. А вот это вот подковые. Я не особо разбираюсь. А телефончик можете оставить свой? Просто продиктуйте. 8-962-015-72-22. А звать как? Андрей. Андрей. Тут есть такие узбеки и белые. Белястые. Вот капканы такие. Просто сбоку не покажешь, здесь клеенка заклеена. Вот такие. Да, вот так же. Вот так вот, получше хоть красоту их не показать. Так, тоже. Спасибо. Тоже. Белые ящейки. Лохматый такой чуть не садился. Я давно тоже. Я закрыт. Белые. Белые. Капец, крыша. Да ладно. Так. Немного упустил. Так. Вот тоже. Полторы. Пара. Или голова. Один. Вот такие белые. Это молодежь. Армавиры. Все, а ты вот таких у меня подмешиваешь. У меня вот такие вот. Ну, вот такие не мешал есть, да. Нет, лучше не мешал, я только увожу. Сизые. Васизык. Давал малоносы. Юр, нас вот это сними, мы потом я буду дома смотреть. Да? Покажу своим. Вот. Юр, привет. Привет передаю домой. И всем голубеводам. Вот такие тут. Сизы. Это моздовские или? Да, моздовские. И почем такие? 1000. 1000 голова. А вы откуда? Моздок. Вы с Моздока? Да. Вот такие белые. И белые тоже моздовские. Это уже здесь армавиры, да? Ну да. Здесь уже армавиры почем? По 2000? 2000 голова. Город Моздок приехал. А телефончик можете свой продиктовать? Если... Мегафон 8-928-4911-284. Поспросить кого? Светлану. Вы сами голубями занимаетесь или муж? Вдвоем. А. Это хорошо, когда помощники. Такие вот. Нет. Сизые мозгинские. Такие разные. А голубки хорошие? Кролики. Вот красавцы. Чернохвостые, северокавказские. Вот они с навесами. Вот такие мощные. И почем такие? 1000 рублей голова. 1000 рублей.
Вот пара краснохвостых. А телефончик можете свой оставить? Может, кто-то позвонит? Люди спрашивают вот именно северокавказских вот таких. Вы отсюда местный? Георгиевска. Можете телефончик продиктовать? Может, кто-то заинтересуется? Ну, просто продиктуйте мне на видео. 8-928-314-68-61. А кого спросить? Николая. Николай. Какие вот такие красавцы. Так, пойдемте дальше. Здесь тоже. Здесь и плечистые. Желтохвостый один сидит. Красный северокавказский. Ох, вы большие. Это тоже ваши, да? Соседа. Понятно. Так. Дальше. Дальше у нас здесь куры. 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 Так, павлины. 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 Черный, красный. Такие вот. Здесь уже мясные пинги сидят. Пара чаек красных. Там еще вон воробьиного цвета. Так. Вот такие продаются хаски. Вот телефончики. Вот, вот она, братва сидит. Вот такие. Дитки, дитки. Голубогладенькие, смейки. Сапоташки. Привитые. Темнохорошие. И почем такие? 5,7. Мальчики 7, девочки 5. Понятно. Вот еще раз покажу телефончик. 8 годов. Угу. Понятно. Спасибо. А это их не папа, что ли? Это мама их. А мама? Папа светлый. Мама темная. Мама маленькая. Была такая, а потом вот такая стала. Понятно. Так. Дальше. Так, вот тоже. Сразу первый день рождается. Сизолысые. Чубитые. Мазовские. Как там они рождаются такими? А она сломал чего? Всего до года не растет. Может, это так. Так. Дальше посмотрим. Дальше у нас кролики. Кролики. Утки. На съемки деньги платить. Да. Так, еще чуть не пропустил. Так, вот какие у нас голубоватые, черные, голубоватые. Почем такие головат? 500 рублей. По 500 рублей. Головатые летают очень сильно, бьют очень сильно. И вообще эти голубеводы, вот, которые здесь, их нужно отметить. Я вам серьезно говорю. Отметьте их. Вот двоих человек отметьте, которых действительно голубов. Я брал, я свидетель, я гонял. Бой красивый и винтовой. Очень сильная игра. Которые вот эти? Да, и летают. Я вам правду говорю, даже и чуть не обманул нигде. Что в одного, что во второго. А не верите, если примут домой... Желтый голубь или голубка? Голубка это. А телефончик оставите свой? Можете телефончик продиктовать? Телефон дайте, я вам серьезно говорю, Саня. 8-928-355-42-34. Птицу гоняете?
конечно. Вся птица гоняна, я лично был у них у гостя. Видел. Вот человек стоит по 80 штук вверху, доставлено. А то 150 один раз. Это хорошо. Это уже радует. Синтуков. Они это... этими идут, вот так у них. Знаешь, как их назвать? Ступенями. Это сзади. Ну да, ступенями. Ты аж там, эти пошли. И пошли. Как они летают? Но они у них не это, они не сходятся. Ну, они летают. Большой кучей много рада, они летать не будут. Ну, вот, а так... вчера, блядь. Вот, я вам говорю то, что я видел. Ну, блядь, без даже никакого наигрывания, ни слова. На рецепту хватит, Жанни. Рецепту хватит. Что ты, Толик? Да. 500 рублей. Позови людей, покажи. Что ты молчишь? Да что я показываю? Ну да, никто не говорит, что желтый. Приедем, правда, а ты молчишь, позови. Желтый тоже. Пусть увидят птицу. Это да? Это вы на нет, черную мою никуда. А эти как, почему? Тоже по 500? А, это ваши же все? Да, эти 500. Все 500. Так что, ребята, звоните. Можно и принципе, договориться, раз человек гоняет, можно и приехать с лета взять. В принципе, в головатых никто не сомневается, что они бьют. Красивые. Такие кролики. Ну что, знаю, будем только завидовать. Скромно завидовать. Так, разойдитесь. Так, хозяина не снимайте, а то он серчает всегда. Да. Так, лошата. И почем такие так, лошата? Такие тысячи. Пьешь. А ну, попробуй, ничего нет. Головатые. А головатые? Эти 500. Под 500 рублей. Под 500. Вы что-нибудь гоняете, голуби? Конечно. А это вот щекаты по старой породе. Тоже по 500, да? Да. А телефончик можете свой оставить? Можем. Ну, продиктуйте на видео. Это тоже ваши, да? Да. Ну это где-то... Это северокавказские, да, эти, да? Это пара 4. А эти по 500. Сабуньки. Быкова! Сабунь, по 500. Вот такие светлые называются сабуни, да? Да. А вот эти? Это алтынбаши. Алтынбаш. Я просто забываю его постоянно название. Продиктуйте телефончик на видео. Значит, 8-928-358-63-61. Звать как вас? Саид. Саид. Вы откуда? Железноводск. Ну, все Ставрополье. Вот такие вот. Голуби. Вот, ребята, обращайтесь, смотрите. Сабуни. А эти почем вы сказали так вот? 500. Тоже 500. Ну, спасибо. Тут что-то. Алабаи. Алабаи? Да. Почем? По 10. 10 тысяч. Спят? Спят, ребята. Да. Можно разбудить. Да, ладно. Показать? Так, просто щенка. Крутые, что ли такое? А можно? Алабай. А телефончик можете продиктовать? Просто если кто-то заинтересуется, да, да. На камеру скажите. 8-928-011-99-07. Вячеслав. Спасибо. Алабайчики. И по сколько сейчас? 4 декабря будет 2 месяца. Такие. Ой, 4 января. 4 января, да, месяца. Красавчики. Девочки. Угу. А, это две девочки у вас, две, да? Девочки, да? Понятно. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо огромное. Так, такие вот ути тоже. Ути. Так, голубей не пропустил вроде бы. Не пропустил. Вот.
Ну вот у нас здесь такла. Зайду отсюда, хозяев нету. Вот чубатая редкость, чубатые носочубы белые. Так, вот там вот черные пара черных носочубов. А где же хозяин? И хозяина хотя бы цену. Владикавказ, привет. Да, добрый. Блин, нету хозяина. И в машине нету. Вот этих черных, как турки называют, араб черных называют. Да, жаль, даже цену не узнаешь. Красивые черные носочубы. А где хозяин, не знаете? Это никого нету. В машине кто-то, там женщина, по-моему, спит. Да. Так, вот такие вот у нас узбеки, ребята. Вот любителям узбекской птицы. Такие. Не разбираюсь по мастям, как их называют. Я и, конечно, извиняюсь, но... Знаю, вот красные вот эти вот капканы, остальных. Их очень много разновидностей, вот такие красивые. Высокие на ногах. Очень высокие. А чья птица? Не знаете? Там он где-то. Ты здесь хозяина нету. Что ты будешь делать? Там он где-то. Так, мы, наверное, поедем. Вот а мы еще, тоже поедем. Тоже все, вот ладно. Еще пару капканов. Хозяина где-то гуляет. Что вы еще. Вот он, Анбаш, да, но невозможно. Хотелось бы и цену, голуби очень даже очень. По сравнению то, что прошел на рынке, вот эти в глаза бросаются. Как бы не... Точно такой же? Я думаю, что это не декоративная купил. Птица, сам это более носы протянутые. Один Владик. Я думаю, что это вот буйные. Хотя могу ошибаться. Ну ладно, вот как получается. Вот такие голуби. Тоже это уже широкохвостые. Колик разбитый. Ну, постоянно колик. Это я лодер. И вакцина дома есть, и возьми коли. Нет, я ее... Ты не понял. У него 200 штук, вакцина у него на 1000 штук. Да, мне можно всех, мы тоже прокололись. Но лодер ничего. Тоже крупные. Голуби вот этот вот. Вот такой. Головатый. Почем такие? Полтора, два 500. Смотря какой. Что-нибудь гонено есть? Вы же с Баку же возите, да? Я их не гонял, но они молодые. Здесь никакой голубь не гонит. Вот только линка вышли. Телефончик оставить? У тебя же есть мой. Да, люди не пересматривают старые ролики. 8-905-24-23-00. Размик. Размик. Птица заводится из Баку. Широкохвостые, крупные. Вот еще уже черные. Так, пойду Атуке скажу, чтобы он отправил. Вся птица широкохвостая. Спарованная.
А там есть две пары. Один раз. Данька. Один раз. Здесь у нас вот такие. Она гнется, сколько раз? Можно ли, нужно ли? Мрамор, левые. Нельзя, я тоже. Вот, тоже. Смотрите, как это штрассер. Лесная порода. А я вакцинирую. Люди про вакцины разговаривают. Понятия не имею. Кроме того, не крутят, не мутят. Ничего не дают. Это когда было? Год 50-й. Пара широкопуст. Пара широкопуст. Хозяев нету. И в машине никого нету. Это мое мнение. Такие молодежь. Так лошадки белые, косочубые. Писюнята совсем еще. Писюнята. Здесь тоже. Так лошадки. А чьи это ваш? Ваш почем-то эти? По 500. По 500 рублей. Белые носочивые. На все гоним. А сейчас же все. Эти тоже по 500? Тут по 200 рябеньки. Совсем малышня. Опасно брать. Малышей совсем. А? Пищат. Так, здесь люди выстроились. Нет, так, Витя. Витя этот. Так, я здесь, я здесь. Лошадка. И почем ваши говорят? Да. Давайте. А вот хозяин железноводский. Да, да. А почем вот? По 500. А это? 500. Да по 500 отдам. Так вот. Это кукуруза кончилась дома. Сейчас вот так вот покажи. Да, да. По 500 рублей. Ага, да. Марта, Юра как раз здесь сейчас снимает. А ну пойди у нас это во второй клетке. Есть эти, где павлины. А телефончик можете свой оставить? Серый и один молодец. А, нет, вы как-то уже снимали эту мою рекламу. Да. Кому нужно, у меня уже знают, все ко мне приезжают. А телефончик да. Сейчас НАТО, Сената, и все узнают, потом не будет, не будет мне спокойной старости. Да. Ну, понятно. Ребята знают, птица уходит, не лишний забот. А вы откуда вы? Да, Железноводск, земляк же говорим. Понятно. У меня птица своя, я не перекупаю, не перепродаю. Ребята знают, у меня ветви, ну, две-три ветви, они... Вот хочет мне за 250 рублей продать голубя, я не соглашаюсь. Ну, наверное, соглашусь. А вы выпускаете, да? Гоняете голубей что-нибудь? Вы знаете, то, что с маточника, я не выпускаю, а то, что они детей дают, они в третьем боксе сами летают, поднимутся, полетали, сели. Угу. Пять поднялось, три село. Пять поднялось, четыре села. Так бывает. Да, недалеко. Небо забирает. Дачи и лес, горы. Там крути-верти. Ко мне на дачу летят, да. Да, вот твоему сыну летят туда. А там этот парень сидит и ждет. Позавтракал, да. И потом уже никуда не улетает. Ну, понятно. Ладно, спасибо. Так, кролики, ребята, кролики. Кролики. Ваши, и почем такие кролики? По тысяче? По 2000. Это вот великаны, да? Это французские бараны. Французские. А. Они очень крупные, тяжеленькие. Такие они как. Это можно водить. Здесь у нас перепелки. Так, там я немного пропустил голубей. Лет рынок заканчивается. Так, это у нас здесь отсвечивает солнце.
какие у нас. Катал мешки. Вот мне кажется, что вы корреспондентка. Да? Ну, почти что. Ну, потому что я, ну, сколько я, видишь, вот сколько я на выставке все время. Вы всегда... Ну, я людям показать, что на рынке присутствует. Чехи. Такие белые. Сизые. Монахи крестовые. А крестовые почем такие монахи? 300-500. Почище, подороже. Погрязнее, подешевле. Понятно. Так, здесь у нас чайки. Это ж чайки, да, вот эти вот? А такие почем чайки? По 500. По 500 рублей. Чайки здесь мраморные. Краснодарские. Вы имеете в виду мраморные краснодарские? Они мазь набирают медленно. Каждый год темнее, темнее. Вот года за 4 набирают. И почем такие? По 300 рублей. Понятно. Так, ладно. Пойдемте дальше, ребята. Так, сколько у нас тут времени осталось? Ролики. 61 минута. Ладно, сейчас вот приостановлю уже этот ролик. Чуть-чуть добью концовочку. Часть пятая.